На самом деле хороший матч получился, очень интенсивный футбол. Ростов – великолепная команда в плане их качества футбольных. Они играют и сами дают. Я думаю, болельщикам игра понравилась. Опять же, в конце немножко мы дали валидола, но, наверное, тем и вкуснее будет победа. Таблицу не смотрим ни в коем случае, голову пеплом не посыпаем. Работаем дальше, у нас Химки, и это сейчас для нас самое важное. В самом начале ты дал передачу, Воробьев забил гол. Сразу понимали, что офсайд, или было надежда, что гол будет? В момент передачи я уже видел, что я чуть-чуть дальше стою линии центральных защитников Ростова. Но доигрывал момент до конца, мало ли вдруг засчитали бы, и кто-нибудь у них подвис. Но когда уже мы забили, и я посмотрел на бокового, он поднял флажок, да, я понял, я даже не спорил. Гол во втором тайме. Как это было, расскажи. Это было так. Я стоял в раздевалке, сделал 2 глотка Red Bull, вышел, побежал. И просто мне Воробей скинул на пустые, я еще думал, не попаду. На самом деле это не абы кабы у нас комбинация, мы ее готовим. И слава богу, что она прошла. Я думаю, гол загляденье. Если бы у новой формы не было воротника, как бы ты отпраздновал? Знаешь, Ваня, отвечая вообще на вопрос о моих празднованиях, вот первые 5 секунд после забитого мяча я не отвечаю за свои действия. Это альтер-эго мое, наверное, придумывает что-то. Иногда бывает до игры, я в голове прокручиваю какие-то эпизоды, как я буду праздновать, но когда я так думаю, я обычно не забиваю. Что в раздевалке происходило после игры? Опять же, мы абсолютно спокойны. Прошло только 6 туров, и все, у нас завтра тренировка с утра. И игра с Химками, ничего важнее нет.